Мы снова в танцевальном зале Дворца Республики, где 18 участниц конкурса «Мисс Приднестровье» уже вовсю репетируют. Сегодня мы посмотрим, как у них все проходит, и познакомимся с некоторыми из них. Практически все номера конкурсной программы «Мисс Приднестровье 2017» уже определены, и теперь идут интенсивные репетиции. Всего будет 7 этапов. Первый – выход в национальных костюмах, второй – деловой, третий – спортивный, четвертый этап – дефиле в купальниках, пятый – показ от стилиста Валерии Зелинской, шестой – выход в вечерних платьях, и седьмой – заключительный – это церемония награждения. Ну а пока мы решили познакомить вас поближе со всеми конкурсантками. Начнем по порядку с девушки под номером один. Меня зовут Захарчук Наталья, я из города Тирасполь, мне 16 лет, учусь в ТОТЛ, в первом лицее, занимаюсь танцами, занималась здесь, я сейчас поддерживаю фигуру, хожу в зал, фитнес, я стараюсь, по возможности выкладываюсь на каждой тренировке, ну, получается. Меня зовут Мария Андренаки, мне 15 лет, я из города Тирасполь, учусь в гимназии, я увлекаюсь моделингом, танцами, музыкой, спортивным ориентированием. Пришла на конкурс, конечно же, ради опыта в данной сфере, также ради знакомства с новыми людьми и заряда эмоций. Меня зовут Фролова Мария, мне 18 лет, я с города Бендеры, учусь в Тираспольском техникуме информатики и права, окончила музыкальную школу, играю на гитаре, люблю свободное время проводить с друзьями. Конечно же, от конкурса жду больших эмоций, опыта, в первую очередь для себя, так как этот конкурс дает тебе полностью расслабиться на сцене и увидеть себя совсем с другой стороны. Желаю девочкам удачи, потому что каждая из них достойна победы. Здравствуйте, меня зовут Бедрос Наталья, мне 22 года, я из города Бендеры, учусь я в ПГУ на факультете архитектурное проектирование, я будущий архитектор. Я занимаюсь боди-артом, рисую, преподаю в художественной школе. Боди-артом я увлекаюсь как модель и как художник. В свободное время провожу с друзьями, подрабатываю также. Пока мне все нравится, также я ожидаю, возможно, какого-то признания, стать может для кого-то примером, потому что я не идеальна, я признаюсь в этом. Я бы хотела, чтобы девушки, которые видят в себе какие-либо недостатки, работали над собой и стремились только к лучшему. Меня зовут Погоней Алла, мне 16 лет, я живу в Бендерах, учусь в первой гимназии, занимаюсь эстетической гимнастикой. Пришла на этот конкурс, чтобы самоутвердиться, чтобы посмотреть, умею ли я делать те или иные вещи, которые от меня требуют. Хочу получить новые эмоции от этого конкурса, познакомиться с новыми людьми, получить новый опыт и умения от наших профессиональных наставников. Меня зовут Алина Николаева, мне 15 лет, я учусь в первом теоретическом лицее, проживаю в городе Тирасполь, увлекаюсь моделингом. Прежде всего, конкурс для меня – это бесценный опыт, безусловно. Также я очень люблю новые знакомства. Я пришла на конкурс также для того, чтобы самоутвердиться. Это очень поднимает самооценку, когда тебя выбирают. Работаем над двумя фрагментами со мной, как с хореографом. Это выход с купальниками и спортивный выход. Пробуем различную хореографию в стиле вок, джаз-фанк, хиллс. Но пока девочки стараются, немножко боятся каких-то движений, скорости где-то. Но я думаю, у них все получится, потому что очень многие пластичные сталкивались в своей жизни с танцами. И я думаю, у них все получится. Я люблю женственные движения, когда они красиво выполнены, когда девочки знают себе цену, когда они могут себя преподнести, и как бы танец – это как раз хорошее поле для творчества, особенно творчество красоты, женской красоты. Девочки репетируют ежедневно, и местами прогресс уже налицо, но впереди у них еще целая неделя, чтобы как следует все выучить. Мы же продолжаем внимательно следить за их успехами.